Посмотрите вообще на эту морду. Я бегаю, ее ищу целый день, а она тут валяется на балконе, на свежем воздухе, загорает. Алиса, ты совесть вообще имеешь? Хоть какую-нибудь кошачью совесть? М? Мамка ищет тебя целый день, а ты тут. Вот, в общем, тут у нас вот такой вот балкон, и Алиска тут лежит на полу, на коврике. Ой, Атас. Тут вот фиалки. Все хочу вам снять. Еще у нас много в этом году цветет фиалок. Не знаю вообще, интересно вам или нет. Цветут даже такие, которые в том году не цвели. У меня было одно видео про комнатное растение. Если интересно, пишите в комментариях. Обязательно сниму. Вот. Некоторые новенькие появились. Оттенки цвета. Так что так вот. Ой, друзья, привет. Сейчас хочу покраситься. Что-то мне надоел этот ужасный тусклый цвет. Не знаю, короче, как-то вот он, ну, не нравится. Мне вот он какой-то пестрый, как облезлая кошка какая-то. В общем, у меня вот тут лежит такая краска из фикс-прайса, кстати. Но мне нравится. Вот именно горький шоколад. Прям мне очень понравилось. Она у нас как-то ее разбирают, но когда бывает горький шоколад, я всегда беру сразу несколько пачек, потому что ну, у нас очень быстро разбирает народ. Не знаю, все берут именно шоколадные, что ли? Вот, и в общем, сейчас достану всякие мисочки тоже из фикс-прайса. У меня такие вот такая миска, и там полно всяких тоже штучек из фикса. Вот. Сейчас достану. Буду замешивать туда. Вот. Покрашусь. И пойду делать сейчас это самое мясо. Ну, рецепт, не знаю, буду снимать или нет, потому что это самое у нас, ну, рецепт такой простой довольно-таки, там, короче, просто рулет мясной, ну, я сниму кусочек, как я делаю, рецепт, не знаю, если хотите рецепт, пишите в комментариях, постараюсь снять рецепт, но делать буду первый раз в жизни, хотя рецепт у меня уже 100 лет в обед записан, где-то в кулинарной книге, вот, и, в общем, наконец-то буду его воплощать в реальную жизнь, вот. Мясо у нас свинина, шейка, вот, и запекать в виде рулета все это буду. Ну, я покажу, буду снимать кусочек и покажу. Вот, так что сейчас буду краситься. Друзья, хотела сказать, я всегда использую перчатки, потому что после того, как полностью наношу краску, я еще вот так вот должна помассировать голову, чтобы краска полностью распределилась по волосам и везде впиталась во все волосы, чтобы ни одного сухого места не осталось. Для этого одеваю перчатки. Вообще, несмотря на то, что краска безаммиачная, она довольно сильно окрашивает и впитывается в кожу очень сильно, потом не отмывается нифига. И я вот красила вот этой вот вишневой, и она у меня, наверное, месяц не могла сойти. Вот здесь вот прям по краю волос была полоска такая фиолетовая. Вот. В общем, так что буду сейчас наносить. Она уже начала у меня темнеть, ну, как и должна, в принципе. Вот, она сначала была белая, а сейчас вот начала немножко менять цвет. Это, в принципе, нормально. То есть она сейчас
темнеет из-за воздуха. Ну, соприкосновение вообще она белая была. Ну и все, поехали. И вот так вот буду наносить. И потом еще хочу надеть шапочку, потому что волосы отросли, стали длиннее. И просто так ходить в них будет, ну, намазанными волосами будет неудобно. Поэтому надену шапочку или просто полиэтиленовый пакет и похожу часик с пакетом на башке. Не все Алиске бегать с пакетом на башке. Похожу я. Вот, потому что так, как бы в пакете, либо в шапочке, они лучше, мне кажется, окрашиваются как-то. Ну, уже проверено. Как-то эффект лучше окрашивания. Вот, так что сейчас буду все наносить. Увидимся позже. Вот. Ну вот, друзья, смотрите, делаю, собираюсь сделать рулет. Значит, у меня вот свиная шейка. Сейчас покажу. А, даже не шейка, лопатка. Вот, видно? Такая вот. Значит, я ее целые сутки, наверное, никак не могла довести до нужной кондиции. Она как бы только-только начала таять, то есть она еще жесткая. И мне нужно нарезать ее весь кусок на максимально тонкие слои. Вот, я беру свой любимый нож и режу где-то 1-1,5-2 миллиметра толщиной кусочек. И вот так мне нужно ее всю порезать. Потом буду мариновать, то есть там как натирается, значит, состав чеснок по вкусу и черный перец. Ну, скажем так, по сравнению с солью, да, чеснока и перца нужно много. Вот. Почему ее полностью не размораживаем? То есть, чтобы можно было максимально тонко нарезать. Вот, чтобы были кусочки прям как листики. Вот. И, значит, натираем каждый кусочек, когда они уже растают и станут совсем тоненькие и податливые, мы их натираем слегка солим, просто чисто символически каждый кусочек, и заворачиваем друг за другом, как бы послойно накручивая один кусок на второй, в такой многослойный рулет. Вот, затем завернем в фольгу и оставим на сутки в холодильнике, чтобы это все дело пропиталось. И затем также в фольге уже ставим в духовку и делается там чудо. Вот. По времени я точно не помню. Уже скажу вам, когда покажу результат. Собственно, сколько времени потребуется. Ну, я думаю, не меньше часа, наверное, она будет в духовке стоять. Свининка эта. Вот. И наслаждаемся рулетом. Друзья, всем привет! Я тут зашла на свою страничку от gfk.ru и просто обалдела. Спасибо вам огромное! По моей ссылке пришло 3 человека, и посмотрите, мне начислили по 170 рублей за каждого. И вот еще. Я просто... Ну, безумно вам благодарна, что заходите по моей ссылочке, потому что за вас мне начисляют денежки. Спасибо огромное. И вы, кстати, тоже можете таким образом подзарабатывать. У вас тоже после регистрации появится реферальная ссылка, публикуя которую на своих соцстраничках, на своем канале и так далее.
вы можете приглашать людей, и вам тоже будут начислять баллы. 1 балл, 1 рубль. И у меня уже накопилось 1380 баллов, которые я могу спокойно вывести. Я думала, у меня здесь рублей 600 лежит, а у меня, оказывается, уже почти 1500. Спасибо огромное, ребятки. Я вам безумно благодарна. Кстати, ссылочку вы найдете, как всегда, в описании под видео для сканирования специальным сканером и также для сканирования через смартфон. Так что открывайте инфобокс и проходите, там вся информация. Вот, друзья, хотела показать. Вчера, собственно, я сделала рулет, уже вечером не стала его показывать, потому что нужно было его охладить. Вот такой он получился. Кстати, очень вкусненький. Ой, надеюсь, видно. Вот. Если нужен рецепт, пишите. Рецепт будет отдельным видео как-нибудь, когда будет возможность. Вот. И сейчас у меня будет обед. Вот такой красивый. Кстати, рецепт этого запеченного, даже не знаю, как назвать, рагу из овощей, у меня будет на канале скоро. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте пальчик вверх, ставьте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новинки. И кто обедает или завтракает, или еще что-то делает с едой, приятного аппетита. Я пошла обедать, и мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, мне будет безумно приятно. Спасибо вам за ваше внимание ко мне.